calling me. It's young me. Сегодня прекрасная погода за окном. Привет, я Маша, и вы попали на мой домашний влог. Если вам до сих пор интересно, то можете оставаться со мной, но на данный момент я уже выполнила свою утреннюю рутину и сейчас пойду делать японский. Всем привет, это снова я, и сейчас я пойду читать на балкон. Thank you.
если вы думаете, что я не умею рисовать, что у меня нет опыта рисования, то это не так. Я хожу в художку в третий класс, пойду вернее, и это просто для меня что-то новое. Я никогда такого не рисовала, но я хотела попробовать. Что, собственно, вообще происходит? У моей сестры день рождения, и мне надо нарисовать что-то, что-то подарить, вернее. Я решила нарисовать ей портрет. Результат, скорее всего, показывать не буду, но посмотрим. Поэтому вот. В общем-то, мне осталось сейчас сделать домашнее задание с марафона, в котором я участвую по сторис Майкерсту, и начать монтировать видео. В общем, я сейчас смотрю «Атаку титанов». И на этом заканчивается мой день. Вот так и прошел мой день. Если вам понравилось это видео, то вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал. Все нужные ссылки в описании. Ну а мы с вами увидимся в новых видео. Пока!